Что-то случилось? Нет, все хорошо. Ну, где Тимур? Он остался дома. Нам нужно побыть вдвоем, Алеш. Хорошо. Я вас сильно напугала. Мне нужно было сразу все рассказать, но я думаю, что я смогу забыть, что мне не придется тебя тревожить фронтовыми воспоминаниями. Меня изнасиловали немцы, Алёш. Их было 10 человек. Били, поэтому физическая боль преследует меня по сей день. У меня болит живот, болит поясница, левая грудь. Иногда они приходят ко мне во сне. Тогда у меня дико болит душа. Я переживаю этот кошмар заново. Все будет хорошо, мы справимся. Я завтра положу тебя на обследование, мы все проверим, мы все вылечим. Мы будем счастливы, Лиленька, у нас есть Тимка, у нас будут еще дети. Алеша, у меня больше никогда не будет детей. Почитай со мной молитву, Степан. Очень тебя прошу. Почитай и запомни. Она короткая. Потом, когда меня рядом не будет, будешь читать ее. Хорошо. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Повтори, пожалуйста. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Все? Все. Короткая часть за молитву. Это Иисусова молитва. Жить тебе надо, Степан. Сын тебя ждет. Жена ждет. Нет у меня ни сына, ни жены. Спи. Степа! Давай, живее, живее, выходи!
М-174. Ты сдох, что ли? Гражданин начальник, санчасть его нужно. После того, как ночью монаха прирезали, этот волчара такое представление устроил. Похоже, умом тронулся. А ну вставай! Вставай, ну! А ну к доктору живо на осмотр! Да что, мне тебя на руках нести, что ли, а? Да пойдем уже. Возвращай. Держите. Извините, ты на меня посмотри, ты как посмел, Егор. Да я же в кулечек-то их сложила, покупательница протянула, он у меня и тут же выхватил, а? Будешь с ним повнимательней. Поганец какой! Так, вы извините, ну, стоять! Вы извините, пожалуйста, мы, я приду сейчас. Я сейчас разберусь и приду. Да куда? Тише, тише, разберутся, разберутся-то! И так понятно, что разберутся. Варвар, ты чего его как щенка-то за шкирок? Ир, потом. Да чего он у тебя учудил? Вставай в угол на колени. И не смей шевелиться, покуда я не приду. К-701. Я. Н-680. Я. Б-643. Я. Налево. Шагом. Марш. Thank you.
жить в оке. Ильич вошел. Ну что, пар носом пускаешь? Пожар же случился. Так точно, полковник, пожар. 9-й барак горит. Ядрит, Мадрид, барак у них горит. Катись она все, хорень. В бараке никого не было? Люди были, 5 блатных. Мони беспредельные у кодла. 5 заперых там кто-то. Люди, люди. Хрен на блюде, а не люди. До горения все 5 сизым пламенем. Синим пламенем. Чего? Сизым только дым бывает, товарищ полковник. И, Гаганов, меня не поправляй. Я тебе не трусы. Есть, не поправляй. Удохлись от дыма, товарищ полковник. Ну и какого хрена вы их разложили, как колбасу на прилавке? Убрать их. В морге пусть теперь отдыхают. Есть убрать, товарищ полковник. Товарищ полковник, я сегодня телефонограмму получил. 24 числа комиссия приезжает. Будет старый строительный объект проверять. Ну вот с этой новости и начинал бы, а то про пожар. Значит так, сегодня же всех заключенных из 9-го барака перебросят в 5-й. И срочно брось бригаду на ремонт барака. Не уместится 9-й в 5-й. Ну так ты помести, бочком к бочку. В тесноте, как говорится, да не в бедности. Не в обиде. И меня не поправляй, я тебе не трусы. Есть, не поправляй. Одно легкое повреждено, существенно изменены формы и размер. Она на поле жалуется? Ну, вообще редко на что жалуется. Ох, орган поврежден, Алексей Макарович, его нужно удалить. Ну, Борисовна, я вас понял. А вы когда планируете ее прооперировать? В самое ближайшее время. Завтра начнем готовить. А вот ей? Она от уколов сегодня отказалась. Алексей Макарович, в операционной все уже готовы, мы ждем вас. Я понял, через 3 минуты буду. Поняла. Дело в том, что мы вас дожидались, чтобы сообщить. Лилия Михайловна, она 2 часа назад покинула больницу. То есть как покинула? Так. А собрала вещи и ушла. Так что же мне делать? На следующей неделе. Алексей Макарович, вы уже идете? Вот ведь какая точность. Ровно 3 минуты прошло. А ну, садись. Жри. Мам, ты это что? Что ты смотришь на меня? Давай, жри! Давай, давай, чтобы все до единого сожрал! Вторую давай бери. Пока все не сожрешь, из-за стола не встанешь. Мам, у нас денег нету. А были деньги, я отложила. Сейчас ты пирожки дожрешь, а потом будем 2 месяца голодом сидеть. Мам, ты что, все деньги на пирожки потратила? Был бы с нами твой отец, он бы тебе такого ремня всыпал, ты бы на всю жизнь запомнил, как чужое красть. Так нет уже его, нет. У меня все волосы отросли, а все нет.
учебу, а ты делай то, что велела. Пока тарелка не опустеет, со стула не встанешь. Ко времени революции старый режим совершенно разложился, исчерпался и вылился. Ведь нельзя даже сказать, что февральская революция свергла монархию в России. Монархия сама пала, ее никто не защищал. Ульяна Павловна, приносим свои извинения, но нам срочно нужна Варвара Морозова. Тетя Варь, тетя Варь, мне мама за вами прислала, Егорке вашему плохо. Идите, Морозова, идите. Ой, извините. Спасибо. Извините, пожалуйста. Итак, продолжим наше занятие. Чем его столько сожрать заставила? У него падение сварения желудка. Варвара, Варвара. Все свои деньги в туалет спустила. Егорушка, прости. Мам, я все съел. Как ты мне велел, я больше никогда ничего не буду красить. Зачем ты ушла из больницы? Не могу там находиться. 3 месяца провалялась в госпитале с тех пор. Больничные стены давят. Прости, не могу там. Тебе нужно прооперировать. Все так серьезно? Нет, ничего страшного. Ну, тогда подождем. А я не зря сбежала с больницы. Мы сегодня с Тимкой ходили в цирк. И у него столько радости было, что эта радость передалась мне. Я вспомнила детство. Когда папа меня возил в Петербург, мне было 8 лет. И у меня был такой большой леденец. Когда выступали клоуны, я его положила на колени, и он прилип к платью. А это платье мне шила портниха мадам Явланская. Лиля, тебе необходима операция.
доктор Морозов. Ты же знаешь, я тебя всегда насквозь вижу. Со мной все плохо. Зачем меня обманывать? Лиля. Ты опять пила? Ты же обещала. Мне так легче, Алёш. Прости. Клочка бумаги не найдется. Надо бы жене письмо написать, а не на чем. Я теперь ваш новый сосед. Нам тут с вами придется бок о бок ночью проводить. Надо бы познакомиться. Простите, вас как зовут? Ой, ну че ты к нему привязался, это мудачок? Он на днях баланду с языком схавал! Не мой стал! Не, у него обет молчания! Вы не беспокойтесь. Если у вас речь из-за нервного потрясения пропала, так она вернется. Меня Левой зовут. Лев Левицкий. Я наукой занимаюсь. Занимался. У меня у жены больное сердце. Как бы с ней что ни случилось. Надо бы написать, а клочка бумаги нет. На краснухе он катился за Фрея, а у самого в голяшке перо притырено. Ну, мусора вваливаются и к нацию, грабки на баш. Так пустили под откос Мишаню. Под трамвай его, суку, пустили. Нехер было на рога пыриться. Че наколоть? А че там у поэта про дороги? Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Во, про то и наколи.
блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Десять минут до начала сеанса, а очередь как минимум на полчаса. Моя соседка, а она, знаете, большая любительница кинематографа, вчера этот фильм посмотрела, так вот, пребывает в полном восторге. Крючков, говорит, просто бесподобен. И все песни просто настоящий шлягер. А вам нравится актер Николай Крючков? Мне нравится, когда ко мне не пристают с пустыми разговорами. Раз скрипач, значит, душа добрая, отзывчивая. Как вас зовут? Леонид. Есть один очень хороший человек, герой-фронтовик. Он никогда в жизни не был в кино. Этот хороший человек не попадет в кино, если вы, Леонид, не поможете. Купите, пожалуйста, 2 билетика в кино. А, конечно, давайте. Или это тоже камуфляж? Ну, так нет. Я ваше беспокойство, конечно, понимаю, товарищ майор. Вы, наверное, думаете, девушки, значит, роман, любовь. Но, простите, это у нас не-не. Не-не? Не-не. Вы даже залог такой дали, вроде клятву. До конца войны никаких романов. Что-то случилось? Нет. Ты сегодня какая-то чужая. Вроде со мной, а в это же время в каком-то другом месте. Я теперь буду жить с тобой. В общежитии. Я ушла от него, все кончено. Все кончено? И теперь у тебя сомнения? Алена, ты же сама это хотела. Я же говорил, подумай. Там конец, а здесь начало. Не говори глупости, я подумала. Пойдем выпьем, потанцуем. Внимание, заключенные! В колонии соблюдать строгий порядок. Не растягиваться, не наступать на пятки впереди идущего. В колонии запрещено разговаривать. Смотреть только вперед, не оглядываться. Руки держать за спиной. Шаг вправо, шаг влево, это побег. Конвой будет открывать огонь без предупреждения. Внимание! Бригады 22-я, 34-я и 46-я. Вы сегодня работаете на строительстве второго строительного объекта. На этом объекте я сегодня буду присутствовать лично.
За ударный труд обещаю каждому из вас денежное поощрение. Закон бригадной работы в нашем лагере всем вам известен. Напоминаю, если хоть один из бригады отлынивает, зарплаты лишается вся бригада. За малейшее нарушение дисциплины 20 суток кондея без вывода. Считайте, что сегодня все вы под моим личным присмотром. Желаю всем вам удачного трудового дня, силы духа и чистой совести. Заправляющий! Налево! Шагом! Подтянулись и на прогулку вышли. Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сын Божий. Вы поосторожнее. Если кто услышит неприятности, не беретесь. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе. Что опять произошло? Не могу! Подыхаю! Студент, ты мне Ваньку тут не валяй! Ты вчера подыхал? Подыхал! Я тебя в санчасть отправил? Отправил! Что сказали? Что ты здоров? Так что давай, работай, работай! Тварь! Извест! Не могу! Сил больше нет! И рот-то закрой, а! Пока начальство не услышало! Ты все, изверг, подохни! И вы все подохнете! Не добили мы вас, гадов! Подохнете! Все вы подохнете со своей советской властью! Вон, бедолага, тронулся! Нервы упали! Красные дьяволы, а! Не буду! Горите все в огне! Мы и восстали! Берите его немедленно. Ну что стали? Взяли студента, отнесли. А вы бревно хватайте. Ну шевелите. Давай, живей. Живей, я сказал. Тихие Атлантические океаны имеют схожее географическое положение. Они тянутся от Северного полярного круга до Антарктиды. Индийский же океан почти целиком находится в южном полушарии. Северно-ледовитый океан находится на Северном полюсе, точнее, вокруг его. И тянется на протяжении всего Северного полярного круга. Он весь покрыт льдами морскими, поэтому обособлен от других океанов.
Федор Фомич, а это там белый медведь живет. Лялина и белый медведь, и морской лев, и мож, и тюлень, и много других северных зверей. Но это к предмету географии не имеет никакого отношения. И впредь, Лялина, прошу меня больше не перебивать. Простите, пожалуйста, больше не буду. Значит так. Федор Фомич, а вы в субботу вечером что делаете? В субботу вечером, Лялина, я буду конспектировать лекции наших следующих занятий. Продолжим занятия. Вам, как будущим учителям! Федор Фомич. А может быть, ну их эти лекции. Пойдемте с нами в субботу. Нет, я Федор Фомич, лучше с нами, Федор Фомич. Лучше с нами, пойдемте в кино. Молчать! Занятие окончено на сегодня. Завтра каждую из вас буду спрашивать. Кто не ответит или не выучит, будет отчислен. Задача ясна. Выполняем. Немедленно! Псих. Так кто ему даст нас отчислить? Он не директор. Контуженный какой-то. Он и правда контуженный. Он всю войну до самого Берлина прошел. А ты откуда об этом знаешь? Может, вместе с ним по вечерам лекции конспектируешь? А по ночам уроки ему отвечаешь? Он как с войны вернулся, у моего брата в больнице лежал. И до сих пор ходит туда лечиться. 3 тяжелых ранения у него. Мы ведь не знали. Но зато теперь будете знать. Да ладно, Нин, что теперь поделать, когда у нас на одного мужика 20 девок? Пойдем с нами на танцы в субботу? Да я не смогу, у меня Егор заболел, дома один сидит. А, ну выздоравливайте тогда. Спасибо. Давай, давай, до завтра. Пошли. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Когда трофей вас привет. Ну, здравствуйте. Показывайте. Как вы тут? Вот. Работа кипит. Степан, это, видимо, какое-то начальство. Приехал. А вон тут гражданин с трусточкой. Все на вас глазеет.
мы еще когда туда шлем, все рассматривали. Что со сроками? К октябрю месяцу строительство будет полностью завершено. А это значит, что мы сдадим этот объект раньше указанного срока. Замечательно. Михаил Андреевич, может, сейчас в лагерь? Перекусить бы вам, стол накрыт. Да, сейчас поедем. Подождите. Степан! М-164, подожди. Я думал, все погибли. Почему ты не разыскал меня? После гестапо не попал. Ну, понятно. Значит так, я ничего не обещаю, но сделаю все возможное. Вы почему здесь? Вы же военный человек. Нет, все-все отвоевался. В запасе. У меня теперь ноги из мертвого материала. Куда мне? В армию с двумя протезами. Гладить. Поглажу, когда приедем. Может, ты поесть хочешь перед дорогой? Я вчера суп сварила. Будешь? Нет, не хочу. Ну, хорошо. Тогда и соседям оставлю. А то там вечно мужики голодные. Мне нужно вещи кое-какие оттуда забрать. Не хочу, чтобы у него оставались. Но если ты против, я туда не пойду. Как скажешь, так я и сделаю. Не сходи. Раз считаешь, что надо, сходи. Там на кухне новые жильцы комнату ожидают.
А ты со мной не пойдешь? Нет, Алена, сходи сама. Мне очень нравится. Я каждый день что-то новое узнаю. Мы там про выписание учим арифметику, историю, географию. Нас там обучают и музыке, и пению. Мы даже лепим из глины, рисуем и поделки делаем. Да. Потом всему этому будем детишек учить. А мой Георгий решил в следующем году в политехнический поступать. Да. Третий час уже Саньке велосипед чинит. Да. Будущий инженер. Ну, починит, мой Санька твоему Егорке даст покататься. Спасибо. Ой, а он как? Температура спала? Да не знаю, сейчас приду из мира. Ну ладно, чините велосипед, пойду я. Здравствуй, Татьяна Николаевна. Варенька, Варя, ау. Твой Егорка уже... Во. Да, хорошо. Как огурец. Яков Дмитриевич с ним после обеда занимается. Яков Дмитриевич? Ну да, во всяком случае, он мне так представился. Чего-то там принес твоему сыну. Я слышала смех из комнаты. Егоркин, очень, очень импозантный у тебя кавалер. Варь, да я бы на твоем месте не, ну, даже не задумывалась. Варя, мальчику отец нужен. Я пойду, Татьяна Николаевна. Краску накладывать, так ты будешь делать вот, вот здесь. А, нет, мы не вымыли кисточку достаточно. Вот. Мамка, а Дубас от него с Черноморой рисует. Здравствуйте, Варя. Вы зачем это делаете? Что, Варя, да мы... Уходите. Мама! Егор. Хорошо. Нет, Дубасов, я хочу рисовать. Егор. Все, все, Мороз, пойдем. Послушай меня, Егор. Егор, послушай меня, послушай. У тебя есть папка, слышишь? Он есть, и мы его дождемся. Я тебе обещаю, мы его обязательно дождемся.